Итак, дорогие мои подписчики, хочу вам показать высоту приливов и отливов на реке Койда. Смотрите, вот наши лодки, вот там где-то в глубине ущелья стекает река. И это еще не максимальная высота отлива. А мы приплыли сюда по большой воде. Здесь была еще вода. То есть вода была вот посюда. А так бу-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 бу. То есть метра два. И как вы видите, вода течет в сторону моря. Отлив еще продолжается. То есть тут капец. Лодки у нас стоят вообще в лесу, на берегу. До воды 3 метра. Речка превратилась в сухую канаву практически с какой-то жижей на дне. Это была речка раньше. Кстати, вода в этих реках соленая. И водятся тюлени. Вы их видели в прошлой серии? Че, будем смотреть, как парни тут совершают как этот грязевой слалом? Ну, мне надо тогда да, вот так вот. Ну, не может так. Утопление. Блять, это плохо кончится. Сейчас будем сушить этих. Не будем использовать. Парни, это зря вы. Да нормально, тема. Не говорю, нормально. Это было красиво. Не, у нас бы тяжелее было. Ну, а у них полегче, да? Сейчас носом стукнет. Красавы. Это отлив. Обычное время все это под водой. Так, дорогие мои подписчики, у нас новая ситуация. Река высохла, смотрите, везде до горизонта мели. Вот глубина реки, вот, вот мели. Короче, мы тащим лодки по мели. Видите, по уровню воды берега, настолько упал уровень воды. Это сейчас отлив. Вот мы тащим лодки по песку. Песок здесь вообще, но зыбучий песок. В некоторых местах нога провалится просто в бездну, и очень страшно идти. Поэтому идти нужно быстро. Вверху песок твердый, чтобы не успеть провалиться очень глубоко. Парни там далеко. Вот, нам нужно туда протащить лодки еще около 2 километра. И дальше там будет уже деревня Койда и море, большая вода. Река Койда. Видим редкое явление. Отлив встречается с приливом. Вон там видно, как бурлит вода. И одна вода встречается с другой. Течение с попутного превратилось в обратное. И меня вот минуту назад... Быстрее запрыгиваешь, глубина нарастает просто за секунду. Нас несло по течению, и вот сейчас начал нести обратную сторону. Там вдали поселок Койда. Койда. Деревня Койда. Второй приезд. Купили еще 20 литров бензина. Ребята пошли за водой. Познакомились с ребятами, с мужичком, как вот в этом доме. Дом 1881 года, без ремонта, стоит на столбах. Ой, тьфу, на бревнах, прям на земле.
все у них там налажено. Дали нам рыбы, горе рыбакам. Вот, и сейчас наш путь на Мизень. Сейчас едем. Такая история. Итак, мы находимся в деревне Койда. И тут есть кое-что интересное. Представляешь, идешь такой по деревне, и что это тут лежит в сарае? Что же это может быть? Что-то такое круглое, из титана, алюминия. Может быть, это ракета? Давай посмотрим получше. Уже все изрисованы. Это уже гараж сделали. Но внезапно тут лежит ракета. Это детали самой настоящей ракеты. Бак от ракеты. Вот он. Толстый такой алюминий. Вот там лежат остальные части от этой ракеты. Вон обрезаны. И так внезапно из ракеты сделали гараж. Вот такие вот дела. Дорогие мои друзья, мы покидаем гостеприимную деревню Койда. Это деревня Койда. Она находится, как вы поняли, далеко. Сюда нет дорог. Все товары, все, что здесь есть, все привозится по морю. Еще здесь есть травяной аэродром, где летает два раза в неделю самолет Ан-2. Смотрите, соленая. Мы сейчас выходим в сторону Мизеня, двигаемся дальше. Вот впереди уже открытое море, а тут деревня. Сейчас мы пройдем еще мимо вот того интересного местечка. Там затопленные баркасы. Поэтому, дорогие мои подписчики, ждите приближения вот к тому домику. Так. Наша скорость 24 км в час. И нам нужно проплыть 90 км. Я скажу вам, что это жопа. 90 км по морю. Это, блин, прибытие 22.06, 15.16. Что? Это где-то порядка 6 часов ходу на этой резиновой фигне. Это будет очень больно, страшно. Опа, опа, чайка пошла. Будет больно и страшно. Давай-то прощай, попка. Потому что по этим валанам я прыгаю, мне очень больно. Вот, впереди уже вид, я уже вижу корабли затопленные. Сейчас мы к ним подплывем. О, смотри, там на горизонте вот большие корабли стоят на рейде. А, нет, это не корабли, это бочки. Это бочки с топливом. Они находятся вообще впереди, на мысе таком, на полуострове. Сейчас, кстати, как вы видите, прилив уже. Вода полная. Так, вон на берегу уже видно какую-то баржу небольшую. Вон старый причал. И возле нее вы уже видите вон старые затопленные катера-баркасы. Вон они. А там по берегу кто-то на квадроцикле едет, кстати. Смотрите, коровы даже тут есть. И, ребята, не забываем, что сюда нет дорог, вообще нет дорог. Все, что здесь привезено, вот эта вот техника стоит на причале, прицеп. Вот, смотрите, затопленный катер. Один,
баржа убитая. Вот смотрите, второй катер какой. И понтон, вот корабль. Кстати, он, по-моему, живой. Там море. Ну что, дорогие мои подписчики, дальше я снимать не буду, потому что, блин, вы видите, как идет лодка. О, брызги. Пипец, блять, волна поднимается. Во, это жопа. Поэтому я убираю телефон, потому что рацию я уже испортил брызгами такими. Осталось только сохранить телефон.